Неделя без видосов, нормально тебе? Нифига себе, куда тебя Яндекс.Навигатор привел? Че хотел-то? Видосы где? Где, мать твою, видосы? Чувак, видосы видосами, а мимо по расписанию, сам понимаешь. Мать твою, в канаве нашел и спросил бы у нее, где видосы, падла? Я Данил Степанов. Я жду видосы, и я до сих пор их не вижу на твоем канале. Да будут видосы, будут, не переживай. Я буду ждать до того момента, пока твоя мать самостоятельно не вылезет из этой канавы. Ясно тебе? Ты долбанный шкафодрон. Я за тобой буду следить. Долго и тщательно. Где я? Это круговорот жизни. Мне нужно найти выход. О-о-о, здорово, чувак. Перемещайтесь с помощью стрелок. Хорошо. Понятно. Так, ну думаю, надо сначала осмотреться. Это у нас столик с телефоном, с какой-то запиской. Шкафчик с баночкой и с горшочком. Там что, тоже стакан, что ли? Это я? Да, это ты. Только ты прям темный, с белыми огромными глазами. Какая-то линия красным чем-то там. Так, ладно, хорошо. Ну-ка, подойду-ка я к столику. Но я думаю, здесь нужно просто цифра... Прикол. Свечка. Понятно. Используйте предметы с инвентаря. Так, ладно, что у нас в левой комнате? Ничего себе. Здорово, лосось. Или кто это? О, боже. Да начнется резня. Так, а тут у нас что-то... Проведите. Что провести? Ага, понятно. Опять свечка. У тебя что, интерес к этим свечкам, что ли, или что? В правой комнате у нас... Ящерица? Очень красивая картина. Опять ящерица? Так, часы, значит. Угу. Тут тоже надо думать, в принципе. Опять ящерица. Ящерица, хватит убегать. Я не должен использовать нож в качестве вот этого. Да, все верно. Ага, и сюда мы ставим три свечки. И третья, ну-ка. Тут кубик еще нужно какой-то поставить. Че, реально рыбу надо было поставить? А может ящерицу убить? О, не, это слишком жестко. Так, рыба, червяк, яйцо, какой-то пацан. Почему он лежит? Lighten me. Опа, спички. Я хочу тебя поджечь, чувак. Ну-ка, подожжем все эти свечки. Иисус, приди. Нифига себе. Так, во-первых, что происходит? Почему летает стол? Я выгляжу немного рыбно. Ха, как же это смешно-то. Какой-то странный символ появился опять. Я думаю, это надо будет запоминать, нихера себе. Ого. Ты сначала фетиш на свечки, теперь у нас фетиш на ракушки. Давай, ломай, ломай, ну, нам нужна эта ракушка. Теперь у нас тут какие-то гвоздики. Добрый вечер, Михаил Павлович, вы что здесь забыли? Что тебе дать? Что, на нож. О, господи. Предложение руки и сердца? Вот это по-другому, чувак, звучит. Ну, спасибо. Я-то тогда врачам отдам. Но здесь последняя ракушка осталась. Я тебя сломаю полностью. Бутылка чертова. Ну, давай, ломайся уже. Ебой! Так, все, самое время сюда класть ракушку. А, то есть, кладя различные вещи, мы куда-то перемещаемся. Нихера себе у тебя комната, самсара. Если сюда положить спички? Нельзя. Может, телефон еще работает? А, да, телефон работает. А, я угадал. Ключ. Наконец-таки я могу вот эту дичь открыть. Я понял, я сейчас эту ящерицу поймаю. Ну иди сюда. Я сломаю тебе жопу. Все, готово. Отправляемся фиг знает куда. Ага. Это что, спойлер к следующему видео, что ли? Шар. Хотя это больше всего похоже на мочевой пузырь. Здорово, лягушка. Мне нравится вид. А мне вот что-то не особо нравится. Это у нас частичка от какого-то кораблика. Ой, что у нас здесь? Опа-на, прикол. Я не могу открыть шкафчики. Опять шарик. А, теперь пошла мода на какие-то шарики, класс. О, ну здесь я знаю, что надо делать. А, место уже... А, нет, место есть. Так, нам нужен последний шарик. А, так вот он, что я его не забрал-то сразу? Опа-на, самсара, ну-ка. А вот, кстати, и время показано. Ну-ка. Да, треугольный ключ. Вот сюда мы кладем вот этот треугольный ключ. Их тут надо три, понятно. Они будут, скорее всего, в каждой комнате, да. Семья жертвы. Какой к черту жертвы? Ты что за бред? Ага. Ага, все, теперь я understand. Ебой. И остался последний треугольный ключ. А вот где он, я без понятия. Я вот просто присматриваюсь, и на самом деле это выглядит довольно-таки красиво. Тут еще время написано 03:55. О, все, заработало. Ну я, короче, я не ставлю никакой примет, у меня здесь просто черный куб. Так, ну что, вставляем последний ключ, и что в итоге у нас? Здрасте, бомж Валера. Нормально все с тобой, мужик? Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. О, семя. Капец, это сейчас очень странно звучит. И давай его прямо в растение. Тут еще нужна где-то водичка. То, чтобы получить воду, нам нужно сюда положить рыбу, вернуться вот в эту комнату и баночку с водой вниз. Чё за бред? Ну что ж, поливаем растение, и что у нас? Ёшкин свет. Ага, выросло у нас черное семя.
Червяк, перенеси нас куда-нибудь, ну, в нормальный... А, нифига себе! Мы теперь червяк! Я чувствую себя таким маленьким. Алло, доброе утро! Помогите, пожалуйста, я стал червяком, мужик! Так, здесь что-то должно быть, раз я могу двигать доски. Да, какой-то листочек. Мужик, нормально? Лучше б я сюда не заходил! А, теперь я в его рту, зашибись. То есть в его рту находится вот такая вот... Фигня, что это? Что с этим делать? Лепесток, возьми его! Ну, я уверен, здесь надо ложить лепестки. Сейчас ножом все отковыряем. О-хо-хо. А, все понятно. Что здесь происходит? Я ничего не понимаю. Какая-то трубка начинает работать, появляется лепесток. Мужик, я хочу тебе ножом отковырять все, что здесь у тебя есть. То есть здесь я зажимаю левую кнопку мыши, и здесь что-то должно появляться. Все, угадал. Яйцо? Мужик, спаси меня, пожалуйста. Я понимаю, что здесь тебя надо спасти, но я хочу, чтобы ты мне тоже помог. Знаешь, такое чувство, будто у тебя рог, как у дьявола, не в ту сторону растет, а крылья ангела. Вот что бывает, когда ангел и демон решили заняться кое-чем нелегальным. Че? Опа, белка, дай перо по-братски. Дай перо, говорю, тварь. У меня нож есть, чувак. Я не боюсь себя им зарезать. Гиря? Ох ты, да, конечно. Короче, вот если что, перевод. Что здесь происходит? Я ничего не понимаю. Опа, яйца. И опять эта дурацкая картина. Надо забирать свое чертово яйцо. Два брата-акробата и один дурак. Перо, спасибо. Новая валюта, это перо. Дай мне свое перо. Я чувствую себя свободным. Нет, блин, я не чувствую себя свободным, я чувствую себя тупым. Еще нужно на какие-то небеса тыкнуть. Ага, я походу понял, к чему это все. А ты у нас время. Ага. Прикол. Ты у нас что получается? Погода вон изменилась? Да-да-да. Подсолнух. Rise up. Идеально. Куда полетел, дурак? Сюда надо было. О, нифига ты огромный. Ага, что у нас вот здесь-ка? Опять рука, да иди нахер отсюда. А, я дурак же, это надо зажечь было. Это у нас песок, какой-то сундук и весы. Ага, вот сюда вот песок. Потом получается вот это вот подсолнух и потом солнце наверх. Семечко подсолнуха. По руководству ставим вот такое вот время. Вот так вот. О, сова! А я думал, это камера. Направо, потом на меня, потом налево. Потом на меня, хватит не писать. Потом назад. Да неужели, блин? Опять перо. Так. Кладу сюда перо. Аллилуйя, аллилуйя. Я знаю, просто понимаете, я вот выиграю в эту игру. Я ничего не понимаю. Я привык постоянно играть и что-то понимать. Я здесь ничего не понимаю. Какой-то голый мужик, какая-то птица, какое-то там существо в зеркале, которое меняет свой облик. Что здесь происходит? Открой глаза. Твою мать! Твою мать, я сейчас так нехило испугался. Смотрит туда-сюда. Оно очень страшное. Короче, по этим символам главное сделать последующие выводы и сделать вот такую вот комбинацию. И тут у нас... Это что такое? Обалдеть, механизм. А, ну все, ну это в принципе легко. Все. Опа, ай, здорово. На, возьми червяка. Ты не обурел ли? Начись... Я пошутил! Блюй. Пошло к черту все, что я в это играю. Я тебе ребенка стащил. Давайте сюда ребеночка поставим. Вот давай, вот прям сюда. И пойдем хер знает куда. В черный куб опять. Все, давай, погнали. Поехали. Вот что вот это такое? Что? О, это наша комната. А вот это самсара, угадал? Она распадается. Ребенок тоже, получается, распадается, как Советский Союз. И ребенка тоже мне скидаем. Пошел он к черту. И в итоге у нас какая-то мама с ребенком на руках, а ребенок у нас укрыт полотенцем. Ладно, окей, если серьезно, то женщина это и есть, получается, самсара. Конец! Я ничего не понял! Я до сих пор в таком маленьком шоке, потому что появляется мужик с часов, Айс выблевывает ребенка. Мы выпускаем ремейк Самсара Рум в честь нашего 5-летнего юбилея. Как вы дожили до 5 лет? Что у вас в голове, когда вы эту игру создавали? Благодарим вас за то, что играете в наши игры и поддерживаете нас. Я бы не играл в эту игру, если бы она не была... Если бы она не была бесплатной. Все, пошло все к черту. Я не буду, я не хочу свой острый мир. Лучше бы я пошел учил какой-нибудь параграф по истории, я не знаю. Все, мне пора к врачу после этого.